1 апреля – день смеха и розыгрышей. Но Мурманской госавтоинспекции сегодня не до шуток. Ситуация на дорогах этой снежной весной крайне опасная. Чтобы предупредить водителей, на улице вместе с инспекторами вышли и школьники в необычных одеяниях. «Нам не до шуток» – так называется акция, проведенная сегодня инспекторами ГАИ на площади Нахимова в Мурманске. Напомнить водителям об опасностях, которые подстерегают на дорогах города, вместе с сотрудниками полиции вышли школьники. «Обязую, что я не буду, как вот тот дядечка, который совершил такое, наезжать на маленьких детей. Даю торжественную клятву, я обязуюсь». За 3 месяца в Мурманске произошло 12 ДТП с участием детей. Чтобы предотвратить такие аварии, сегодня перебинтованные школьники с воздушными шарами и плакатами призывали водителей к внимательному и аккуратному поведению на дороге. «Жалость вызывают дети, которые травмированы чисто на дороге. Сострадание, жалость». Акция на пользу не только водителям, но и самим школьникам. По словам педагогов, ребята с энтузиазмом участвуют таких мероприятиях. «Чтобы показать водителям, что это, как относиться к детям на дороге, чтобы пропускать пешеходов, и о своих детях и заботиться, конечно же». Инспекторы ДПС и шестиклассники 38-й школы напоминают, когда на дорогах дети за рулем не до шуток. «Спасибо».